Nadamo se i koristim ovu priliku ovde pred vama da kažem da je ovaj naš susred ne samo prilika za razmenu naših mišljenja i stavova po za nas važnim pitanjima, već i onaj susred koji će doprinati pripremi eventualnoj poseti predsednika Ruske federacije Vladimira Vladimirovića Putina Republici Srbiji u toku ove 2021. godine. Посол Антонов продолжает консультации. Ситуация достаточно многослойная, в ней нужно подробно разобраться. Тем более, что в Вашингтоне тоже непонятное происходит порой, по крайней мере, не до конца понятное. Поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Джону Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там такие подробные серьезные консультации. В контексте новых санкций антироссийских Вашингтона, давит ли США? Мы вот запускаем процедуру в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, в соответствии с российским законодательством, включая Трудовой кодекс, процедуру, которая призвана прекратить практику найма на работу в американские дип-представительства в России, граждан России и третьих стран. Пока и практика достаточно распространена, она э, американцами широко используется. У нас такой практики нет, поэтому мы вводим паритет в этом вопросе. Ответным мерам, а, американскому, в чем они заключены? Мы прекращаем практику а, безконтрольных, безлимитных поездок краткосрочных сотрудников Госдепартамента и других ведомств США для работы в американских дипломатических представительствах в России. Предложим здесь установить паритет, чтобы ежегодно, скажем, по 10 таких сотрудников могли приезжать из России в Соединенные Штаты и из Соединенных Штатов в Россию. Если наши обмены любезностями будут продолжаться, то мы попросим американцев привести численность своих дипломатов, которые занимаются двусторонними отношениями с Россией, в соответствии с численностью наших сотрудников, работающих в посольстве и в двух генеральных консульствах. Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан с просьбой, чтобы они уехали из Соединенных Штатов, мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже 10 дипломатам Соединенных Штатов Российской Федерации покинуть нашу страну. Кое осветим, в Американцы внесли в санкционный список 8 представителей российских структур, представители руководства, в том числе администрации президента, генеральной прокуратуры. Мы сегодня опубликуем список тоже восьми, представи, восьми чиновников, которые представляют руководящие структуры Вашингтонской администрации. Они также будут включены в наш санкционный список. Мы будем ограничивать и прекращать деятельность на нашей территории американских фондов, американских неправительственных организаций, которые на деле, не скрывая, напрямую вмешиваются в нашу внутриполитическую жизнь.